На телеканале «Кызылорда. Время новостей». Здравствуйте. В студии с вами Галымжан Жаназар. Вначале коротко о главных темах выпуска. Одно предприятие по переработке корня солодки может приносить до 15 миллионов долларов чистой прибыли в год. Это за рубежом. Как наладить прибыльный бизнес в регионе? Фронтовые медсестры, ангелы-хранители солдат. Любовь Колесник всю войну проработала в армейских передвижных госпиталях для легкораненых. Издан уникальный пятитомник «Аналогия фольклора Великой степи». Далее об этих и других событиях подробнее. Ход выполнения программы развития агропромышленного комплекса в регионе заслушан комиссией по контролю за реализацией аграрного раздела предвыборной программы партии «Нур Отан». На первой очереди для аграрного региона вопросы поливной воды. По словам специалистов, внедряются новые решения рационального использования водных ресурсов. В результате вводятся в оборот новые сельхозплощади. Еще одно начинание – расширение площадей орошаемых массивов через использование подземных вод в Жанакурганском и Ишийлийском районах. На сегодня в Жанакурганском районе вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай определен свободный участок в 1000 гектаров. Рассчитано, сколько потребуется средств на инфраструктуру. На этих массивах будут посажены социально значимые сельхозкультуры – картошка, овощи, бахчевые, фрукты, что позволит насыщение местного рынка продукции. Другая задача – наращивание объемов переработки сельхозпродукции, насыщение рынка. Увеличение экспорта. Как известно, в результате вывоза на экспорт скота в живом весе уменьшилось поголовье, сократились поставки на отечественные мясокомбинаты, что привело к росту цен на мясо. В этой связи Министерством сельского хозяйства введен запрет на экспорт в живом весе. Необходимо принять эффективные меры по реализации поставленных задач. На сегодня ТО «Сырмаржана» строится крупный мясокомбинат годовой мощностью 5000 тонн. Это должно внести свою лепту в насыщение рынка и увеличению объемов экспорта. Еще один актуальный вопрос. Необходимо разработать законопроект о правилах сбора и использования ценного лекарственного растения – корня солодки. 50% экспортируемого сырья из Кызылординской области. Задача – наладить переработку корня солодки. В соседнем Узбекистане работают 30 заводов по его переработке. Средняя годовая прибыль каждого из них составляет 15 миллионов долларов. Айгерим Курмангали, Малика Нурмахан, Бекпулат Абденов, Канат Махамбетов, телеканал «Кызылорда». Аким города Нурлыбек Налибаев сегодня провел очередной прием граждан по личным вопросам. Он отметил, что каждое обращение будет на его личном контроле. О каждом приеме население заранее оповещается по всем каналам. Поэтому в часы приема всегда много людей. Большинство обратилось с вопросами трудоустройства. Просившим жилье однозначно было сказано, что жилье предоставляется исключительно в порядке очереди. Жители микрорайона Аль-Фараби подняли проблемы дорог и освещения. Нурлыбек Налибаев сообщил, что проблемы окраин будут решаться. Мы уже внесли на экспертизу. Финансирование рассчитывалось сразу на три улицы. На электричество 15 миллионов тенге, на дорогу 12 миллионов тенге. В обязательном порядке установить освещение и сделать дорогу. Вам хочу сообщить, до мая решим ваш вопрос. В Аральском районе в этом году будут сданы в эксплуатацию дворец школьников, полигон твердых бытовых отходов и больница. Также будет проведен ремонт сельских улиц, продолжится работа по обеспечению чистой питьевой водой. Среди главных акцентов – развитие предпринимательства. Об этом аким района рассказал на итоговой отчетной встрече с населением. В прошлом году в район было привлечено 27 миллиардов тенге инвестиций. Среди основных производимых товаров – соль, рыба, мясо, кварцевый песок. Экспортировано 189 верблюдов и 40 тонн верблюжьей шерсти. Теперь планируется глубокая переработка животноводческой продукции. В декабре прошлого года подписан меморандум о новом проекте. Это производство сухого порошка из верблюжьего молока компании «Казах Кэмэл». Сейчас идут работы по выделению земельного участка. В Аралкуме и Камстабасе открыты пункты приема молока. Актуальный вопрос – развития инфраструктуры дорог. Из-за бездорожья осенью и весной ухудшается связь с отдаленными аулами. К централизованному водоснабжению подключены лишь 42% населенных пунктов. Электрические сети не обновлялись уже полвека. Ауызсу мәселелерінің бәрі өзі де проблема.
Питьевая вода везде у нас проблема. Вода в колодцах со временем становится соленой. В районе из 57 населенных пунктов 42% подключены к централизованному водоснабжению. Остальные еще не подключены. Это отдаленные аулы Сазды, Аккулах, Тухабай, Абай, Ахпасты, Куланды. Постепенно будет решаться вопрос с дорогами. В этом году получим финансирование из республиканского бюджета на дороге Карашалана и Ахалака. Закончим 4,9 километров дорог между Каратереном и Аклаком. В прошлом году началось строительство дома школьников на 250 мест, полигона для твердых бытовых отходов и больницы в поселке Сексиуль на 40 мест. Жителей беспокоит приостановка этих объектов. Есть поручение закончить строительство дома школьников в мае, принять детей в июне. Старый полигон уже приближается к городу, мы его закроем. В этом году завершим строительство нового, поставим туда охрану. Ежегодно поднимается вопрос строительства дома школьников, но не находил решения. В прошлом году началось строительство, но приостановилось. Сегодня мы услышали, что он будет сдан к новому учебному году. Мы рады. На отчетной встрече было много вопросов касательно сферы образования. Школа номер 69 построена в 2004 году методом АСАР. Мы тоже хотим, чтобы наши дети учились в просторной современной школе. В районе три старые школы, школа номер 71 в аварийном состоянии. Мы должны решить этот вопрос. Вторая школа в Сапаке не соответствует современным требованиям. Об этой проблеме осведомлен аким области. Даст нам поручение, мы подготовим ПСД. Аул подведена питьевая вода. Для нас большой вопрос – газификация. Хотим, чтобы этот вопрос решился, и мы тоже стали пользоваться голубым топливом. На отчетных встречах в районе поступило в общей сложности свыше 100 вопросов. Большая часть вопросов решаема на уровне района. По самым крупным будут созданы 11 проектов, которые будут представлены на республиканский бюджет. Галымжан Жумназар, Тажмурат Альжанов, Алмат Мендебаев, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда. Вы смотрите новости. Ветерану труда, одному из талантливых организаторов сельского хозяйства Садыку Алиеву, 80 лет. В Жалагашском районе прошел его юбилейный вечер. Садык Алиев плодотворно трудился около полувека. Трудовую деятельность начал в 1961 году на заводе «Автотрактор-деталь». После окончания учебы работал в Жалагашском профтехучилище. Благодаря хорошим организаторским качествам был избран первым секретарем райкома комсомола. Возглавлял партком в хозяйстве «Аккр». Далее руководил совхозом «Тан», работал в должности заместителя акима района. И сегодня остается в строю. Руководит районным советом ветеранов. Стремится весь накопленный годами опыт старшего поколения передать молодым. На вечере со словами благодарности и теплыми пожеланиями юбиляру вручена почетная грамота области и наградной знак «Отличник сферы сельского хозяйства». Бақты балалық шақ болған жоқ. У Садыка Алиева не было детства, тогда была война. Сызмал работал в тылу, потом выучился и работал во благо родного края. Сегодня он является одним из лидеров ветеранского корпуса области. Наши жалагарские ветераны в числе самых активных, принимают участие во всех спортивных соревнованиях, реализуют социальные проекты. Это все благодаря его деловым и организаторским качествам. В Казахстане стартовала эстафета памяти «Мы – наследники победы». Главная цель эстафеты – рассказать о тех, кто самоотверженно приближал этот день, чтобы подрастающие поколения помнили, какой дорогой ценой досталась великая победа. Отдельная тема – неоценимый вклад медиков в общую победу. Через их руки прошел практически каждый солдат этой одной из самых кровопролитных в истории человечества войн. 75-ю весну победы готовится встречать фронтовая медсестра Любовь Колесник. На этих пожелтевших от времени фотографиях она в военной форме. Совсем еще юная 20-летняя девчушка Любовь Колесник была мобилизована на фронт в 43-м, сразу после окончания Кызылординского медтехникума. По распределению попала в состав 1-го Белорусского фронта, которым командовал легендарный маршал Жуков. Работала в передвижном госпитале для легко раненых. Есть такие ранения, при которых из 5 выживают 3. Но и жизнь этих, отвоеванных у смерти троих, еще во многом зависит от ухода обслуживающего персонала, особенно палатной сестры.
Главной задачей медиков было поставить на ноги раненых солдат, но катастрофически не хватало ни лекарств, ни бинтов. Мне запомнилось то, что она вот рассказывала, вот они, когда на подводах ехали, не было ни бинтов, они сами стирали вот эти бинты, вывешивали, сушили, чтоб только раненых поднять. Передвижной госпиталь продвигался вместе с фронтом, то на подводах, то в эшелонах. Когда они на вокзале стояли, а здесь начали бомбить, они как все выскочили, начали, ну, кто куда, и здесь и раненые. В общем, такая, говорит, была эта заваруха. Раненых вот охраняли собой, да, вот это вот она рассказывала. Победу госпиталь встретил в Германии, в городе Нойрупин, а потом до сентября 45-го медперсонал долечивал раненых солдат. Такое здание, ну, их, наверное, центр какой-то. Направо наш крыло, налево немцы были. И вот кончилась война. Мы выскакиваем все со своих... война капут, кричим, война капут. Они выходят, смотрят так на нас. Моя бабушка, вот ее мама, она все говорила, все возвращаются, а моей дочки нету, да что ж так и долго нету. Сюда они ехали с Берлина, понимаешь? Их на автобусах, и вот они ехали мимо вот этих бранденбургских ворот, все остановились, ну, как она рассказывала, все там написали, и она тоже написала «Казахстан». Вот, это, говорит, там все что-то писали, и я все-таки с Казахстана, я родилась здесь. И в мирной жизни бывшая фронтовая медсестра осталась предана своему делу. 44 года отдала медицине, работала в здравпункте депо, вышла замуж, родила 3 детей. За мужество и отвагу в годы войны Любовь Сергеевна награждена орденами и медалями. На ее парадном платье орден Отечественной войны 2 степени. За победу над Германией в Великой Отечественной войне медаль маршала Жукова и множество других. Главное ее напутствие, чтобы не было войны. Чтобы Казахстан процветал так же, как и сейчас. Мы все довольны, все у нас есть, мы довольны жизнью. В этом году, 4 августа, Любовь Сергеевна отметит свое 95-летие. Земной ей поклон и неизбывная благодарность. И нет ничего благодарней, и нет в жизни большей цены. Тобою спасенные парни живыми вернулись с войны. Кристина Алмасқызы, за Алмат Мендебаев, Төрехан Кужахметов, телеканал Кызылорда. И о другой большой юбилейной дате. В Казалинском районе дан старт празднованию 175-летия Абая Кунанбаева. Эстафету по пропаганде наследия великого акына и философа Атаула Абай приняли другие населенные пункты. Празднование юбилея великого акына и философа открылось конкурсом рисунков юных художников по мотивам произведений Абая. Мен осы атамыздың... На создание рисунка меня вдохновили стихи Абая об осени и лете. Я старалась передать настроение акына и его любовь к природе, родной земле. На церемонии открытия аким района отметил, что необходимо обратить особое внимание на содержательность мероприятий. Абай – гордость казахского народа. Абай Кунанбаев не только талантливый акын, он и композитор, философ, просветитель. Творчество Абая заставляет задуматься о смысле жизни, предназначении человека. По Абаю дороже жизни, честь и совесть. Эта мысль проходит красной нитью через все творчество акына. Это очень большое важное мероприятие. В нашем ауле состоялось празднование 175-летия Абая. Это большой праздник для нашего аула. Радует стремление молодежи к познанию Абая. –
Мероприятия по пропаганде наследия Абая пройдут в каждом населенном пункте района. Театрализованные представления, чтение стихов Абая, его песни позволят каждому прикоснуться к неиссякаемому источнику мудрости. Это мероприятие в формате эстафеты будет проходить в 12 аульных округах. Эстафету продолжит организация аула аульно акиматы. Наследие Абая играет важную воспитательную роль. Оно должно занять прочное место в нашей жизни. Айгерим Курмангали, Аскар Тажиев, Баужан Кужамуратов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда. Библиотека университета имени Коркыт-Ата пополнилась уникальной серией книг по фольклору. Сегодня состоялась презентация пятитомной антологии степного фольклора. В книгах собраны лучшие образцы степного фольклора и музыки Великой Степи. Проект реализован в рамках программы «Рухани Жангру» Институтом литературы и искусства имени Мухтара Уэзова. На сайте института имеются также электронные и аудиоверсии книг. На обложке каждой книги указан QR-код. Наше духовное богатство, мировоззрение, внутренний мир, психология, обряды, обычаи, вера, отношение к природе, окружающему миру, воспитание в семье. Все это заложено в фольклоре. Наш долг – пропагандировать его среди молодежи. Наш национальный код заложен в фольклоре. От этого напрямую зависит становление человека – патриота. Мы должны научить молодежь читать эти книги. Было бы отлично поэтапно внедрить это в учебный процесс. Только читая такие книги, формируется чувство патриотизма и любви к своей родине. Мы не сможем восстановить свой национальный код до тех пор, пока мы не будем знать историю, творчество, наследие нашего народа. Эти книги прежде всего нужны студентам, школьникам, преподавателям, магистрантам, докторантам, ученым. Читая эти произведения, мы сможем расширить свой кругозор. Это очень важное и нужное богатство. Вайны, скетчи хронометражным до одной минуты. Секретом съемок популярного жанра обучают во дворце школьников. Мы посмотрели, как снимают юмористические ролики юные комики. Они также создали свой клуб веселых и находчивых. Аманжол Утибай – ученик 6 класса школы номер 235. 3 года посещает кружок веселых и находчивых. Очень любит смотреть и играть в КВН. Особенно ему нравится Улан из команды Байден Балалара. Я с 4 лет смотрю КВН, и мне всегда хотелось туда попасть. Я хочу стать актером. Ислам Габитула тоже не случайно пришел в этот кружок. Он хочет стать актером. Здесь я учусь правильно говорить перед камерой. Снимаем вайны, пишем сценарий. Уже принял участие в первых в своей жизни играх Жайдармана. Хочу развить себе этот талант и стать чемпионом популярной игры. Кружок уже имеет признание. Его воспитанники занимают призовые места на городских и областных играх Жайдармана. В год мы принимаем участие в 6-7 играх. Также снимаем вайны, которые потом обязательно публикуем в социальных сетях. Стараемся задействовать в них всех членов кружка. Дети сами пишут шутки, уже свободно ведут себя перед камерой, учатся также снимать. Снятый материал потом пересматривается, и каждый видит свои ошибки, старается их не повторять. А военные кружковцы выкладываются на YouTube-канал «Тамаша Лайк». Приятного просмотра. Галмжа Жумназар, Шингис Абаев, Торихан Кожахмедов, телеканал «Кызылорда». Стартовало областное первенство по баскетболу. В нем принимают участие команды из всех районов области Кызылорды и города Байконур. Лучшие команды будут защищать честь региона на республиканском уровне. Местная школа баскетбола имеет признание, область в лидерах по стране. На республиканских соревнованиях среди взрослых команда «Кайсар» признана чемпионом. Подрастает достойная смена. В этом году в первенстве принимают участие 13 команд из 7 районов области. Соревнования продлятся в течение 5 дней. Я участвую в соревнованиях каждый год. Баскетболом занимаюсь вот уже 5 лет. Неоднократно наша команда становилась победителем областных соревнований. В рамках этих соревнований производится отбор игроков для участия в чемпионатах Казахстана, сборную команды Кызылординской области, чтобы попасть
даже у нас есть возможность попасть в сборную Казахстана на отборочные игры в Азию. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал kastr.kz на сайте телеканала Кызылорда. И о погоде завтра по области без осадков, туман. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. В Аральском районе днем плюс 7 градусов тепла, ночью минус 2 градуса. В Казалинском районе днем плюс 9, ночью минус 2 градуса. В Байконуре 10 градусов со знаком плюс днем и ночью 1 тепла. В Кармакшинском районе такая же температура воздуха, днем плюс 10 градусов тепла, ночью плюс 1. В Жалагарском районе днем плюс 11 градусов, ночью плюс 1. В Сардаринском районе днем плюс 12, ночью плюс 2 градуса. В Шиелийском районе днем плюс 14, ночью 3 градуса со знаком плюс. В Жанакурганском районе днем плюс 15, ночью плюс 3 градуса. В Кызылорде днем плюс 13, ночью 2 градуса со знаком плюс. Доллар США 378 тенге 49 тиен. Евро 417 тенге 21 тиен. Российский рубль 6 тенге 4 тиен. Китайский юань 54 тенге 26 тиен.